Здорово всем, с вами Батя, это очередная серия по Dishonored. Что за музыка, почему она из хоррора, как будто из фильма даже, а не из игры хоррор, причем. Если в хорроре, то жертва она была бы. Но она не жертва, поскольку я не собираюсь никого убивать. Дневник Далилы, ни хрена. Смотри-ка, я его видел вообще в прошлой серии, уж не помню. Дневник Далила. Сегодня я рисовал океан. Искусственная волна, пена, игла, галька писала послание на скале. У волн есть тайный язык, с помощью которого они согласуют свои действия. Если бы я научилась языку волн, то обзавелась бы могущественным союзником. И почему бы мне не выучить язык океана? Годы, проведенные в бездне, изменили мои органы чувств, и теперь я воспринимаю то, что другим недоступно. У меня есть неодолимое желание нарисовать мою племянницу Эмили Колдуин на пылающем костре. Я подобрала оттенки красного цвета для языков пламени в тон ее невыносимым губам, ее капризным, вечно надутым губкам. Может быть, вскоре я начну делать эскизы, а возможно, мне все это надоест. Лука все играет с Карнакой, как ребенок с игрушкой. Я рада, что он свободен от нелепых ограничений общества и так называемого этикета. Я теперь начинаю понимать, как сильно изменилось. Но мой герцог такой же, каким был всегда с самого детства. Как чудесно быть столь беззаботным. Если бы я могла, я тот час уехала бы в Данул. Но лучшего момента, чем годовщина смерти Джасамина, не будет. Наш приезд останется незамеченным, ведь в столицу съедутся гости со всех концов моей империи. К тому же будет некая параллель, которую непременно отметит историк, между смертью моей сестры и моим восхождением на трон. Будет параллель такая, что они отметят, что ты сдохла, как собака или крыса с самого. Сжигательный болт — это всегда хорошо, а монеты всегда прекрасно. Потому что прячется там. Легкость. Оттуда я запомнил, товарищи, не надо. На меня сегодня гнать. Легкость. Альбинос. Водная сущность. Они идут хотя бы по этому, надеюсь. О, вот она. Здоровье восстанавливается в 2 раза медленнее, но падение наносит меньше урона. Ну, это вообще знатный подарок, бездна, знатный подарок. Чужой, спасибо. Ни хрена, короче, полезного. Но интересно было прочитать ее изложение мыслей для себя самой. То есть она действительно наша, да, героиня. Че она жила? Это мне, кстати, Скайрим напоминает, картошечка. Сильно. Она выходит, это действительно, она тетка этой главной героини нашей. Сестра Джасамины Колдуин, и получается наша Эмили, за которую мы с вами играем, она ее племянница, действительно. Кто это? Стоя! А зачем? Ты чё? Я тебе что-то сделал? Харкайся. Ой. Ну-ка, подожди, а если вот этот убрать? Смотри. Не, никак. Он же не убирается, наверное. О, ее лицо моя улыбка. Хренак, 200 монет. Все картины в империи рисовал один из соколов. Это и странно, согласитесь. В смысле, это покой герцога Абеля, я не понял. Они, получается, смежные с этими были. Она говорит, что он как ребенок, но как она могла знать его в детстве? Она типа же была на... Ай-яй-яй-яй, химия. Она же типа на кухне жила, она же была бастардом. Короля, хотел уж по привычке сказать, этого. Император Эйхорна. Или кто он там? Это в смысле покоя Гера? А где он спит-то? Козел, спал вернее. Герцог Лука Абели. Он мертв, что уже про него говорит, правильно? Значит, он спал наверху, вот тут. Какие же тогда покои? Если покои у него тут. Это его ванна. 100% говорю. Блин, какая классная. Опа. Что-то слышали? Это кто? Просто хочу. Не надо сюда ходить. Сгораю.
Урганас, Дастабагу, Шаринас. Это черное наречие Мордора было, если кто не в курсе. Ладно, я вернусь в свою форму. Пожалуй, вот у него охрененно огромная кровать была, но она круглая, неудобная, по центру зала она... Не, мне такое не нравится, но... Серконовский кайман. Серва... О, пистолет. Бананы в чулане, нормально. Серебрография пуста. Так, тут что у нас было? Это спальня кого тогда? У него нет двойник-то. На всякий случай я его тоже убью, мало ли. Проект петиции. Дорогой Армандо, мне понравилась ваша идея с петицией. Сразу ее составил. Разумеется, гвардия в Большом дворце отказалась ее принимать. Похоже, кроме вас, двойника Луки, никто не сможет донести ее до герцога. Это серьезный поступок, но если все получится, то петиция может привести к большим переменам в Карнаке. Вот письмо. Герцог Лука Абели, как вам известно, серебряные шахты работают на износ, являясь источником постоянной опасности для шахтеров и загрязняя окружающую местность. Тем не менее, с этим можно справиться. Как мы надеемся, рассмотрите и поддержите наше предложение. Я готовлю петицию с просьбой обложить 25% налогом на серебро тех состоятельных лиц, которые получают доход от торговли серебром. Этот налог пойдет на улучшение условий жизни шахтеров и их семей. Возросшая цена на серебро уменьшит спрос на него и снизит уровень пыли в квартале Батиста. Я была бы благодарна, если бы вы поставили первую подпись под этой петицией. Надежда Люсея Пастор, кабинет шахтерских семей. Чего-то там. Стилтон и Абели обсудят шахтерский фонд. Рамис Стилтон, владелец серебряных рудников и защитник шахтеров, встретится с герцогом Лукой Абели для переговоров о создании фонда помощи жертвам несчастных случаев в шахтах. В данный момент подобных фондов не существует, и раненых шахтеров попросту отпускают с работы в надежде, что они найдут другое, невзирая на слепоту, отсутствие конечностей и прочие увечья. Это будет уже третья подобная встреча. Стороны пока не смогли прийти к соглашению. Стилтон не теряет надежды на то, что фонд помощи шахтерам будет учрежден и получит финансирование еще до конца текущего года. Ну не так вот богатый жил чувачок-то этот. Писал картины. Фу, писал ублюдские картины. Страшные. Это была какая-то гримерка или комната отдыха. Он жил прямо впритык к самому герцогу. У герцога это, конечно, спальня огромная, но... Ну, заходи, я, в принципе. Ну чё тут странного-то, а? Ну чего? Ты где? Кажется, кто-то был. На всякий случай надо... Нечего тебе тут делать! Что за херня тут творится? Ты тупой? Это неправда. Нет, только не это. Ты тупой? Да блин, как ты его задел-то? Вот же хер косматый! Да блин, Я на куски порву. Да ладно, ну. Сдохни уже. Так, смотри. А потом я буду со смех получай. Бежать не... Блин, я хотел на него зря так ты потратил. Ну, сейчас конец. А, ну хотя конец игры там, конечно, долил и все дела. Хер с ним. Хер с ним. Они все слабаки все равно, вы же знаете. Сокровищница выходит со стеклянным куполом, хоть он из брони стекла какого-то явно, но типа все равно тупо, и вообще все тут тупо устроено. Ты посмотри, он на щеколду закрыл от своего же стражника дверку. Он охренеть какой тупой этот герцог был. Вызовем лифт на всякий, ну пойдем выше, что там, где двойник-то? О, вот он двойник, наконец-то, здорово. А вдруг это настоящий Абель? Эй! Эй! Тебе конец, двойник. Он же все равно ему служил. Вот так вот. Второй раз герцог Лука Абеля умирает.
Далила, Копперспун. Прочная силушка-то. Да, герцогиня в зеленом. Это мы читывали. Это про какую-то мамку этого герцога, по-моему. Чтобы так. Еще один кабинет. Или это кабинет был этого? Блин, прикольно. Отсюда можно спрыгнуть прямо на его кровать. Это куда? А это чья спальня? Что, структура дома настолько дурная, насколько она может быть дурной? Я жад. О. Представляете, в реальности настолько жадным быть, чтобы отстреливать, бляха, чтобы собрать патрон. Фу! Как будто школьник рисовал. Лука. Лука, автопортрет художника. По-моему, они уж разработчики поиздевались. Это уже прям, ну, тянет на аутизм какой-то, честно говоря. Так что, знаете, это преувеличение. Тихо, жила, здорово, все в порядке. Так, что-то там еще-то было. Кто там орёт-то? Так. Во. Смотри, как можно хорошо подняться. Просто я думаю, мало ли там еще что-то осталось. 6-3. Ну, понятно, что все много потрачено было. Так, кальян. Во! Слушаем. Когда я начинал, я видел озабоченные лица. Многие опасались, что мы не доживем до следующего праздника. Значит, маленькая спаленка тоже герцогу принадлежит. Во! Вот это меня интересовало. О том, как сводная сестра лишила ее трона. И потом она сказала, как ее вернуть. Далила. Прекрасная. Бессмертная. Дегенерат. Его надо было попытать еще на самом деле. Значит, ему несколько спален именно необходимо было, да? И она открывалась отсюда. Это же вообще дичь какая-то. Ну, тупой. Он же слишком тупой, это, по-моему, разработчики перестараются. О! Блин, чё, кровать-то жесткая? Ёк, что ли? Там письмо было герцогскому совету. Блин, я сейчас только вспомнил. Что-то я там не доделал. Чувствую, что-то не доделал. А вот что. Записка герцогскому совету. Уважаемые советники, завтра утром я не смогу присутствовать на вашем собрании. Сейчас я отправляюсь в постель. Уверен, вы знаете, что делать с этим комендантским часом. Купите больше световых стен, дайте гвардии больше полномочий, запретите все эти народные комитеты. Словом, поступайте, как сочтете нужным. Но я не хочу, чтобы вы задумывались вот о чем. А, нет, хочу, он хочет. Но я хочу, чтобы вы задумывались вот о чем. Я уверен, что скоро печально известный королевский убийца предстанет перед судом. Наша истинная императрица Далила желает, чтобы суд вошел в историю. Подготовьте все мелочи. Нужны кровавые улики, обезумевшие свидетели. Если я не зарыдаю прокурорской речи, вы все уволены, герцог Лукабеля. Что, все мутят. Опа. Это я ее выкинул или нет? Если нет, то это жесть какая-то. А если я, то все было справедливо. Карнака. Что-то вот этого я не помню. Да какой стакан? Что там? О, сама принести. Тут мы были, судя по трупакам, а мы тут были. Все нормально. Итак, о, виноградник.
Так, куда мы там нам осталось-то? Тайный проход. Душа долины. Сейчас, подожди, а тут-то что тогда? А тут ни хрена. Типа. Ага. Смотри, как легко оказывается. То есть, если их много, то это очень-очень трудно. Сука, я думал, это сирена. Так зачем нам, в принципе, туда? А вдруг там что-то интересное? Слушайте, ну не так просто же катушки Тесла ставят, которые убивают, и стражников механических ставят. И явно не просто так. Есть что прятать, значит, там, правильно? Да, о, мы рядом. Так, смотри. Бегом. В этой форме они, кстати, не могут повредить. И могут, как оказалось, могут. Значит, тайный проход. А там никак. А там все. А там дверь огромная даже. Зачем оттуда? Надо запомнить, оттуда не выходить, потому что там... Это хрень. Эй, что за херня? Ну, что-то ползет само собой. Так. Так. Тут как-то. Тайный проход. Я бы пожрать-то что-нибудь. Опа. Так, это же в сведениях должно быть, подожди. Сейф в гвардейском крыле. Мы, кстати, сейф в гвардейском крыле не обшманывали. Надо обшманать. Не тут, значит. Значит, где-то в другом месте. Тут где-то, скорее всего. Так, ова. 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 Красота. 393, да? Да. Руна. Да кто-то еще поди руны-то. Вон руна, смотри. Еще одна руна, целая руна есть. А там что? Там душа долины. Копошится. Пространстве. Какая душа такое? И копошение. Так. Тайный проход, руна. А, нет, заметки, заметки, точно, точно, сведения, сведения. Ключ от сокроя, так он же у меня. А, так он от тайного, возможно, прохода. Опять эта ублюдская картина. Ну сейчас ищи только свищи. Где оно там? Отойдите. Ой, это я ставил мину оглушающую. Тут есть лифт, эй. А, тоже мертва. Не у кого спросить, тут же лифт есть. Че это сюда? Тихо, 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 не пугай. Дом опять такой, что можно заблудиться на раз-два вообще.
Кто тут из-за них рядом уже? Вот он. Пусто. Конечно, так. Так, так, так. Reception and dining. Game room and Lundus. Reception, пойду. Еще не знаю. А, подожди, тут же так по... Я все понял, да. Так, давай на четвертый. Сраный лифт, из-за него это падает. Кадры в секунду, вообще не как-то придумал. Так. Хель какая-то. Фу, неужели мне гнездо делает это? Как это? Не то чтобы трипофобия была, но личный сад, смотри. Не то чтобы, говорю, трипофобия была, но типа, кому это будет приятно? Что, там тоже эта хрень стоит, да? Где-то, значит, ворвань можно убрать. Лучше ворвань убрать, чем зачем он из себя перейдет. Он еще и служанку кокнет, если себя перейдет. Возможно. Возможно. Да ё-моё, это ж как так-то? Кругом на стелс. Вот эти катушки Тесла, это единственное, что меня еще напрягает здесь. Вот он куда уходит, смотри-ка. Охренеть. Ну, монтажка так монтажка, смотри, что делается. Мне не жалко было на него потратить. Ну, вот он был, вот я. Мне монтажки не жалко ради такого. Хотя, честно говоря, я вот не понимаю, как это вообще может устроено быть. Чайник кибертехнологии. Тихо. Спокойно. Бесполезный сад. Уж и говорить. Тайный проход. Сука. Получил. Гадюка. О, о, кровь рыбе. Я так и знал. Так и знал, что она должна среагировать. О, вход-то где? Тайный роет он. Крыса. Ловая, тихо. Так. Та-та-ра-т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 а-
Тут должна луна быть. Здесь должна луна. Так, ага, смотри, второй вход. Пиздерница. Да я видел. Любит холодные глубокие воды. Нам они иногда доходят, но не сегодня. Я предпочитаю смотреть на корабли, а иногда и в Адермире удается что-то рассмотреть. Если ты друг герцога, в твоей жизни есть определенные преимущества. Я из богатой семьи. Если сказать по правде, другой жизни, я и представить. А я вот друзей герцога не люблю. Друзья герцога мои враги. Какой стати мне верить тому, кто прячет вон лицо? Вон отсюда! Быстро! Честные люди лицо не при... На помощь! Стража! Я люблю на залив смотреть. Скотина. Дуглас Харвис история. Это читали, это говно, блин, про семейку Вайбелев. От нее все тошнит, семя предателей. Так, это совсем рядом все, блин, а вроде, да? Это тронный зал уже. Ха! Вроде все так рядом, а это. Дворец, он даже вот. Даже тут, смотрите, как бы нам такую оставили разработчики, как бы такую метафору, что вот он построил свой дворец на фундаменте, который не в состоянии удержать. Это прикольно. Разработчики сделали. Фу. Так, ну, что делать за руной? Хотим. Конечно, хотим. Так, вот теперь. Ова. Так. Ой. Сейчас мы, может, выйдем на этого. Давай, отдышивайся и погнала назад. Сейчас мы, может, выйдем на... Ребятки, тихо. На ту самую штучку, которая, как она там называется? Да? А где руна или амулет, говорит, рядом? Ну, давай возьмем его, раз рядом, да? А, смотри, как рядом-то далеко. А, нет, вот, смотри. Далила Копперстон. Мы рядом, рядом. Амулет черный, это даже смотреть не буду. Посмотрим, что тут прячет герцог Абели. Сука, они тут все планировали, сука. Эй, кто здесь? Как... Не заставляй меня за тобой. Вот там. Он таких тупых себе понабрал. Тупее, чем он. Намного тупее, чем он. Так, берем. Я бы никогда не нашел эту нахрен локацию. Вот, кроме как я нашел ее через какие-то окольные пути. Потому что внутри самого дома я хрен его знал. Где она была? Давай посмотрим просто. Сейчас ты запомнил. Ну где-то в бачку, понятно, я тут на лестнице. И она все равно изнутри только да, открывалась. Так, смотри, Алексей, да? Так, опа. И так-то они тут планировали заговор, выходит, смотри, тут... Карнака, столица Серконуса, Данул, столица Империи. Уиннидаун, столица Марли. И Дабоква, столица Тивни. Ха, смотри, Самара в Тивни. Да, да, не мрази, участники заговора. А, про них уже ничего не хочешь сказать. Они все мертвы, как Далил так-то. Это, похоже, сокровищница. Ну.
Так, нечего почитать, что ли, разве это? А про это ты что-нибудь скажешь? Смотри, они что устроили. До конца, вот до последнего самого планировали. Стилтон, Соколов, Далила, что-то они со Стилтоном хотели сделать, Соколов-то они выкрали. Ты не серьезно не хочешь это прокомментировать даже? Сохраняй. Опачки. Замечен объект. Давай. Вот. Вон один там был. Фу. Какая-то хрень. Много всякой херни. Вот выход основной, да? Там же это, сволочь. Закрою. Ладно, не достается. Все равно выйдем оттуда. Какая нам разница? Так, тут ничего. Ай, фу. Эту вот штуку это, Эшвард сделала, чтобы сохранить душу Далилы. Че ж она светится-то, а? Че, ни один не возьмем с собой в кармашек, что ли? Ну, я буду тебя расстраиваешь меня. Хотя бы мелкие возьму. Но нам все равно дадут закупиться даже в той миссии. Я вот уверяю вас, господа, товарищи, что дадут. Там будет квартал перед дворцом. Книги он, смотри, хранил еще. Он еще и книги целый считал. Что, такой Герц, тупырь. Старые раны не заживают? Кира, он сдох. Все. Возьмем сердце тогда. Сохранимся перед столь ответственным моментом. Это все напоминает мне The Elder Scrolls. Кстати говоря. Такие штучки. И фигуры, и сердца, души в сердцах там тогда. Вот и все. Отпусти меня из этого сосуда, из этого отравленного мира. И поймай душу Далилу. Нет, никогда. Мне нужна только ты. Да их по-другому никак. Я слишком многое видела. Твои руки в крови. Да. Я сделала это для тебя, чтобы сохранить твой трон. Дочь моя, ты становишься всем тем, против чего я боролась. Я люблю тебя, но прошу, отпусти. Жесть. Готово. Осталось отвезти душу Далилы домой. Воу. Почему мы не можем сейчас ее раздавить? Ай. Сердце моей сводной сестры. Только плоть осталась. Фу, теперь она будет со мной разговаривать. Интересно, это была живая тварь? Какая? Вот это? Фу. Тебе никогда не уничтожить. Смотри, как она почернела аж от тебя, говна кусок. Далила Копперспун. Думаешь, ей было бы приятно видеть тебя сейчас? Да мне наплевать. Ты одинок, и я твоя единственная. Я раздавлю тебя. Че ты фреш, да? У нее и отец этот, кто? Корва Аттана, блин, в камне сейчас просто. Каждый раз, когда ты достаешь клинок, часть ее умрет. Заткнись. Я живу сразу в двух мирах. В двух кусках плоти. И оба я уничтожу. И ты не будешь вообще нигде выжить. Так, на самом деле это я нажимаю, если что, на нее. Мне интересно. Тюрьма мертвых. Ну конечно. Все, поехали, выходит, что ли? Или что? А мы куда вообще? Где цель? Где? Куда идти-то? Слышь, первый раз метки никакой нету.
Сбежать из дворца. Пожалуйста. Сбегаем. Да, серию завершаем. Все, поехали. Сейчас просто статистику посмотрим и все. И следующую серию уже начнем. Да, доехали. Недолго было. Так. Теперь тогда отсюда уходим. Бульвар Равина. Долго я что-то. Кажется, сейчас. Может, делить буду, если что, не удивляйтесь. Может, делить буду на две серии. Так в первую однако пожму. Я опять думал, это хер это. Какая-то пессимистичная чушка оказалась. Так. У вас вообще все разваливается, вы в курсе. Вот что ты понял? Спокойно как-то. Что творится с этим городом? Ты мне даже ничего и не расскажешь, путного, видимо. Так, подожди, тут мы поубивали. Тут, кстати, этот контрабандой-то чувачки. Давай посмотрим, ключ у меня подходит или нет. Тут открыто, смотри, как стало. О, хоть сейчас езжай, да? Нет? А, конфискованный товар. А, их раскулачили. Внимание, судовладельца. Сегодня мы уведомляем, что ваш груз конфискован гвардией за неуплату портового сбора и иных задолженностей. Если решите заплатить, то найдете меня и моего сотрудника в квартире сразу перед пропускным пунктом со световой стеной по пути к Большому дворцу. Ищите примитивные манекены на балконе. Советую поторопиться. Через несколько дней ваш товар будет продан для покрытия наших расходов. Капитан Ривера Феррес, гвардия Серкон. Получается, их обобрал уже, потому что я убил этого Реферу и Федоса и всех этих ублюдков. Да, будь какая. Давайте, сваливаем, сваливаем. Да, давай уже. Она... У нее мало реплик. Она слишком повторяет. А где? А где, правда? Слышь? Где, блин, эта самая дура? Бегит просто, сбегите из дворца. Ты где, сука? По-моему, это ублюдина попала, наверное, к большому дворцу самому, скорее всего, есть такая вероятность. Вот тут она была вообще такая. Ладно, поплыли так, чтобы посмотреть точно, где он там. А, вот он. Нет, это не она, это он, этот катер контрабандосов. Ой, какая же ты мразь. Фух. И метку не поставили. Спасибо. Это не только же по руке оптимизировали эту игру. Но и, походу, иногда брались за разметку местности, за задание. Да, я убери. Из-за некоторых способностей, вот какое-то зрение. Так, ё-моё, я опять думал вот это. Ой, по-моему, нет, вот кто оптимизировал эту игру, у них, наверное, такой же улей в заднице, вот, осинный, как наблюдаем кругом там. Да, буду делить на две части уж точно. Очень большая серия вышла, да, на две части. Ну... Ну, все, давай. Что там грузится-то, дворец 2 метра? Личный долг. Ты посмотри, какая она, блин, мудрая. А если бы я не всех вырезал? Если бы я убил только Абеля? Гениально.
А сразу эту разметку? Ну это опять, это те же люди, я говорю, кто активизировали. Видать, улей зашорил ему глаза этот. Я, с чего бы, если он в задницу? Да усы проели, блин. Трипофобские отверстия в глазах. Как у Корги из Ведьмака. Знаете сами, одно из трех. Этих черноухих или кто они там. Топей, топей. Личный дом. Просто Вова. Да ё-моё, убери ты так говно. Психовать тянется вот. Нельзя было сразу вообще никак эту разметку поставить. Фу, я думал, что кто-то живой тут остался. Где ты там, сучара? Вот так. Теперь ждем. Кто вообще? В смысле ждем? Как она узнает, что ты тут? И кто вот эта такая? Какой ждем-то? Она не плывет ни хера сюда. Ты говноедка, блядь, ссаная. Сука, тупорылая, блядь, тебя не только руку нахуй, полмозга открякали, блядь. Карнаки конец? Какой, блядь, Карнаки? Герцогу, долбоёбка, это город. Карнака. Возвращаемся на падший дом. Нам пора в Дануэлл. Терпеть да, нахуй не могу. Наконец-то я верну себе трон. Либеральная фантазия, нахуй, черномазая. Ну что, готовы? Так. Да, уходим. Везите меня на корабль. Хорошо, как скажете. Дорогая мисс-предательница. А в натуре она, кстати, она предательница того, кто ей дал кровь. Она калека, черная, лесбуха, нищая. Все, короче, как левые современные любят. Убито мирных людей 28, 58 врагов, 86 убитых. Обнаружено тело 35, обнаружений 70. Почему-то призрака не дали. Так, три картины, три чертежа, амулеты 6, плевать, алтарь один из одного, все руны. Грабеж на черном рынке, в обманом стали торговцы подпольной лавки открыть дверь. Призраки прошлого. Вы унесли обломок газели из сокровищницы герцога Лукиабеля. Какой газели-то? Че, газель сбивалась, что ли? Какой-то рок там брал, конечно, но... Затопленное хранилище. Вы попали в затопленное хранилище под дворцом. Сквозь кладовую. Вы попали в сокровищницу герцога Лукиабеля через секретный проход в кладовую. Падший дом 9, 9 глава. Значит, тут 10 глав всего? Скорее всего. Моя жизнь изменилась, когда убийца по имени Дауд вонзил клинок в грудь. Ну, они летят уже. Начало теперь первой части. Теперь я возвращаюсь домой с похожей целью. Да. Неужели Дауд, готовясь к покушению, думал о том же? О чем? Как это? Убить императрицу? Да, Дарила, он не думал особо перед тем. Ты проявила редкий ум, отнимая мой престол. Ты знала, кого из моих людей подкупить. И лишила меня моего главного союзника, отца. Но ты не знала меня. Ты видела изнеженную принцессу. Ты не думала, что я смогу сопротивляться. Обещаю, совсем скоро ты меня узнаешь. Посмотрим. Опять чужой. Вполне может быть. Кальян у нас, так понимаю, от Луки нам достался, да? Где там газель? А вот она, обломок газели. Я только не понимаю. Фу, шприц. Че обломок газели? Это что это в смысле? Библиографию. У нас уже трофеев ломится все. Так, ну что, давайте, товарищи, так сказать, до следующей серии. С вами был Батя. Всем всего хорошего. Всем спасибо за просмотр. А, это трофей из этого, кстати. А, нет, это не трофей. Я думал, трофей из ограбления. Значит, мы на 16-го планируем кокошить. 49-й. Так сейчас 49-й, сейчас 50 какой-то.
Это трофей оттуда, из дома Силтона. Точно, она 16-го, 49-го делала. Они делали спиритический сеанс. Все, это есть у кого возможность поддерживать на Патреоне, в кошельках поддерживайте. И все вообще безоговорочно, ребятки, ставьте лайки, рассказывайте друзьям, от батьки. И всем всего хорошего, комментируйте и всем подписывайтесь. Всем пока.